кукичи-пукичи-кукичи-пукичи-кукичи-кукичи-кукичи, а-а-а-а. Кукичи-пукичи-кукичи-кукичи-кукичи-кукичи-кукичи-кукичи, а-а-а-а. Кукичи-пукичи-кукичи-кукичи-кукичи-кукичи-кукичи-кукичи, а-а-а-а. Война. Это все будет востребовано, и всегда нужно смотреть за горизонт, потому что все, что вы сделали сейчас, это уже сделано. Это сделано было вчера. А нужно смотреть все время вперед за горизонт, и это, конечно, будет востребовано. В настоящее время Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат». Высокие характеристики по защищенности пусковых установок и большие энергетические возможности обеспечат применение данного комплекса в любых условиях обстановки. «Сармат» — это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие даже перспективные системы ПРО ему не помеха. Вот нам по телевизору это показывают, каждый раз Путин делает послание и показывает нам такие ракеты, вот эти «Армату». Но это у него резерв, наверное. НАТО нападет, чтобы ответить чем-то. А Украину-то можно было за 2 дня обчистить, расчистить. А почему не обчистить? Не хотят мирное население жертв. У нас же точка У нету вооружений, а стреляют же. И говорят, российские стреляют. У нас нету его на вооружении. Точка У. Давно его сняли. А у украинцев есть она. А у вас только вкусные точки на вооружении. От советских осталось. Они же стреляют. А мы стреляем высокоточными ракетами? Да. А вот надо было с «Арматом» еще. Как вам кажется, вообще с такой техникой можно на спецоперацию идти? Я не знаю. Я вообще не знаю, что надо было. Точка У. Делаю все, что я хочу. Просто не надо было. Я думаю, может быть, и не надо было. А с другой стороны, знаете, а если бы не пошли бы они эту спецоперацию делать, ну, полезли бы они, задавили бы этот Донец, да, Донбасс, да, этот Луганский, полезли бы потом на Россию, еще больше было бы жертв. А кто они? Ну, кто там развязывает вот эту войну? Кто развязал эту войну? Мы первые вошли вообще. Я не знаю. Им там виднее, что они там вытворяют. Им кому? Наверху? Да. А мы что, простые люди? Мы ничего не можем сделать. Ну, я развязала чего. Он сам выбрал этот путь. Чтобы я бы запретила бы ему идти туда воевать. Я бы не смогла бы запретить ему воевать. Он выполнял свой долг, он сам пошел туда. Правильно? А если я... Відплата Русні тільки... почалась. Сама Русня її запустила своїм вторгненням. Помста буде і за стеснення малоросійського печатного слова при царі. Помста буде і за РСР, бо саме Червона Росія в 20-х роках штиками надсаджувала свої погляди, мабуть, сусідам. І буде зе солодка відплата за 2014-2022 роки. Слава УНУПА. Как тебе французский философ Матье Бал? К сожалению, не читал. Я из французских философов читал преимущество постструктуралистов, преимущественно постмодернистов и вот эту вот волну 60-70-х годов. Простите, если это один из них, но вот эта фамилия мне ничего не говорит.